На наш взгляд, принятая сегодня резолюция имеет особое значение в условиях разрастающейся пиратской угрозы у берегов Сомали и в более отдаленных районах Индийского океана. Сегодня Совет Безопасности послал важный политический сигнал о том, что международное сообщество полно решимости бороться с безнаказанностью и намерено продолжить поиск дополнительных механизмов, которые повысили бы эффективность уголовного преследования лиц, ответственных за планирование, организацию и совершение пиратских нападений. Piracy is an international problem that poses challenges for all countries. Therefore, combating piracy requires collective efforts and the contribution of all countries. Uganda would like to emphasize that a more effective and comprehensive approach to combating piracy off the coast of Somalia is to address its root causes, especially the instability on the mainland Somalia.